Я, Георгий Черданцев, приветствую вас в Турине на домашней арене Ювентуса. Внимание сегодня на их тактику. Смело они выбрали высокий прессинг как козырь. Разыграют ли они его верно? Вот на что ответ мы узнаем в ближайшее время. Да, часто бывает, что команда начинает активно прессинговать соперника и поднимает защиту чуть ли не к середине поля. Но если соперник опытный, он сможет выйти из такой ситуации и взять свою выгоду. Свободные зоны никто не отменял для длинных передач. Нам показывают состав команды гостей. Классическая расстановка с упором на фланге. Мобильные вингеры обеспечивают высокую скорость игры. Я, Георгий Черданцев, приветствую вас в Турине на домашней арене Ювентуса. Внимание сегодня на их тактику. Смело они выбрали высокий прессинг как козырь. Разыграют ли они его верно? Вот на что ответ мы узнаем в ближайшее время. Да, часто бывает, что команда начинает активно прессинговать соперника и поднимает защиту чуть ли не к середине поля. Но если соперник опытный, он сможет выйти из такой ситуации и взять свою выгоду. Свободные зоны никто не отменял для длинных передач. Нам показывают состав команды гостей. Классическая расстановка с упором на фланге. Мобильные вингеры обеспечивают высокую скорость игры. Я, Георгий Черданцев, приветствую вас в Турине на домашней арене Ювентуса. Я, Георгий Черданцев, приветствую вас в Турине на домашней арене Ювентуса. Я, Георгий Черданцев, приветствую вас в Турине на домашней арене Ювентуса. Джемайли. И у соперника теперь мяч. Алекс Сандр. Миролем Пьянич. Манджукич. Дуглас Коста. Похоже, эта атака закончена. Мяч они потеряли. Классно в перехвате сыграли. Миролем Пьянич. Дуглас Коста. Разгадали замысел соперника, они и завладели мячом. Миролем Пьянич.